Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами приготовить говядину с черносливом, лыточную часть. Мясо получается мягким, нежным и сочным. Сегодня оно у нас будет с капустой тушеной на гарнир. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Нам понадобится говядина, нарезанная толщиной примерно 1 сантиметр кусочки, морковь, натертая на крупной терке, томатная паста или томатный соус, тут уже смотрите, как вам нравится, репчатый лук, нарезанный мелким кубиком, чернослив, растительное масло для жарки, соль и перец. Сначала обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем морковь и обжариваем вместе с луком еще 3-5 минуточек. Обжаренный морковь и лук снимаем с огня и пока откладываем в отдельную тарелочку. Теперь говядину обжариваем с двух сторон на сильном огне. Добавляем обжаренный морковь, лук, томатный соус, немного воды и оставляем томиться примерно на час. Не забываем закрыть крышку. Через час тушения мяса добавляем чернослив, соль, перец и те специи, которые вам нравятся. И даем еще потомиться под крышкой примерно полчаса. Мясо протушилось. Готово. Можно подавать к столу. Мясо получилось мягкое, ароматное, запах стоит просто обалденный. По этому рецепту всем советую готовить, всем приятного аппетита и надеюсь до новых встреч на нашем канале.